Это шестая часть. Я так подумал, все предыдущие части, они выходили с одного КПП. Сегодня мы с вами проедем на втором КПП. Но перед тем, как мы поедем на саму воинскую часть, вот там вот в сопочке я случайно что-то увидел. Похоже, что либо туннель какую-то, сопку, потому что прям такое черное пятно, блин. Так, вот это под постройка. Но это не туннель ни в какую сопку. Просто вот что это вот реально. Я даже не могу представить. Даже подумать, что это, что здесь вообще могло быть. Деревянные еще полы стали. Тут даже сосульки есть. Сосульки? Да, вот. Так, ну я, наверное, думаю, сюда, наверное, наступать не буду. Ну просто реально чудо постройка. И ну, здесь вот еще такое ощущение, что, наверное, здесь что-то было. Потому что глянуть, если туда, там бетонные. Бетонки лежат. Может, здесь какой-то бункер был. Или там был бункер. Решили сейчас еще подняться наверх. Потому что здесь тоже такая крутая сопка. Глянем, что там. Но мне кажется, там какой-то ров. Так, поднялись наверх. Вот реально здесь вот арматура, бетонки. Вот смотри, такое ощущение, как будто это крыша какая-то была. Да. Так, сейчас мы еще выше поднимемся. Либо его. А, вот тоже арматура. Видишь бетонку? Ага. То есть здесь, наверное, был какой-то туннель. Ну, я так предполагаю. Давай сейчас попробуем так вот вдоль пройдем. Да, мне кажется, здесь что-то было подземное. Скорее всего, какой-нибудь вот так вот. Какой-то ров. Прям видишь туда вниз? Ну, либо... Ну, я не думаю, что это для слива воды. Потому что вот прям обвал. Так, так идет.
Сейчас давай посмотрим поближе. Такое ощущение, что это не бетон, а асфальт какой-то. Асфальт как будто, да. Черный цвет. Ну. Слушай, и деревянные, видишь, какие-то. Опоры, да, вот деревянные. Опоры, что-то шло по ним. Что-то шло. Ну, навряд ли это какая-нибудь пусковая шахта, что, как сами видели, на объекте Свободный 20, на пусковых шахтах, что также они были повалены. Но здесь, мне кажется, какое-то помещение. Либо, мне кажется, здесь какой-то склад хранения был. Хотя, вполне может быть. Ну, значит, холоднее. А? Типа там холоднее. Ну, да. Но мне кажется, вот эти, наверное, просто попадали. Или нет? Кажется, они так и были. Давай сейчас еще вот здесь вот по местности погуляем. Видишь, тут втором. Жужеловка, речка какой-то. Ага. Так, в общем, мы здесь еще по пятачку небольшому вот так прошлись. Здесь мы ничего не нашли, так же вот, ну, вдоль трассы. Только вот. Такие вот, такой вот ров. Там у нас кабель, вон, получается, выкапывали. Траншея идет. Я думал, что вот эта вот сопочка, вот она маленькая, где пивная бутылка лежит. То, что такая как будто и искусственная. Потому что вот эта вот часть, это, блин, это одна из самых таких засекреченных воинских частей. Не зря же здесь люди, точнее, ну да, люди, военнослужащие, ходили в летной форме. Это ж орлиный, стоит памятник самолет, но по факту здесь боевые части для ракет лежали. Также в хранилищах, ну я так предполагаю, типа блоки управления лежали ракет в одном из хранилищ. Там же их и обслуживали, в другом боевые части ракет также обслуживали. Но это я делал такие выводы. Нашли тут какие-то металлические штуки. Вот эти вот. Если кто знает, для от чего это, то обязательно напишите мне. Может, здесь этот подстанция, от, ну, от своей подстанции шло, и это типа на провода цеплялось. И здесь вот еще вот такое ощущение, что, знаешь, взорвали вот реально. Вот резкий вот такой вот обрыв. Вот бетонная плита лежит. Вот еще справа. Вот еще одна. Блин, а может здесь раньше какой-нибудь, ну, туннель был? Надо вниз спуститься, посмотреть. Так, ну вот на самой этой скале. Здесь что ты говоришь, Игорь? Вон, смотри, отсюда видно ту эту скалу, да, или что мы там видим, бетонную. Ну да, только вот интересно, для чего вон там вот? Мне кажется, тут какое-то помещение было просто наверху, чтобы, так сказать, и влево, и вправо все видно. Самое высокое место, да, получилось? Да, ну, там, в принципе, есть, но здесь там просто... Просто что? Просто земля, а здесь прям... Ну, вот когда... Вот такое белое было. То есть, все-таки, думаешь, постройка, да, здесь была? Постройка, да. Ну, я думаю, нам все равно, как бы, напишут. Видишь, деревянный вон еще что-то. Да, я смотрю, да. По-любому что-то тут было. Кирпич, смотри. Но. Муравейник закроем. Муравейник. Это муравишки это да. Жарятся. Так, ведь там вот еще дырка. А вон смотри. Это бетон или это бумага? Это бумага. 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 То есть они даже кидали бетон прямо в бумаге, смотри. А может здесь, слушай, просто... Вот деревянная, точно тут была. Может просто свалка? О, смотри туда. Все. Все-таки хорошо, когда 4 глаза, а не 2. О, типа норки. Норки? Так, да я туда пройду. Вот еще одну. Тут побольше. Видишь, отличается. Вот это вообще бумага, смотри. Слушай, мне кажется... Даже прочитать... Нет, прочитать. Я говорю? Мне кажется, что это, может, остатки сюда вывозили. То, что там где-то бросили. Строили, да, сюда просто вывезли.
А мы тут заморачиваемся, что кто-то... Зачем вот это дерево, смотри. Наш такой вывод. То есть это вот просто, вот видите, вот мешки. Там мешки, бумага, дерево. Мне кажется, это просто сюда мусор вывозили и все. Да? Мешок из-под цемента. Скорее всего, вот когда там вот хранили что-то эти, бетонировали, может, люди просто не заморачивали здесь, без палева скидывали. Вот. И обязательно, если кто знает, что за вот эта вот конструкция. Сейчас я покажу, дойду. Вот она, эта конструкция. Обязательно напишите, для чего она. Так, ну, а мы сейчас поедем на саму базу. Так, подъехали мы к насосной, но что мне не нравится, собачка. Идет так спокойно, сначала стояла, смотрела, сейчас идет. Да нет, если бы он хотел. Ну да, мне кажется, вот, это... видишь, прижат, не боевая. Ну. Все, пёсик ушел, так что мы тоже пошли вперед. Когда я здесь был последний раз, это здание не было такое реально печальное. Просто, видать, он там пожар был, потому что она работала, шумела, были двери закрытые. А сейчас одна разруха. Охренеть, даже крыши нет. Здесь, наверное, вообще капитально полыхало. Обалдеть. Ничего нету. Все сгорело, все вывезли. Так. Ну, сейчас обойдем это здание. Посмотрим. Может быть, там еще на второй этаж можно будет забраться. Смотри, еще, кстати, фонарь 70-х. Ну, да. Прикольно. Горел хорошо, прям все черное. Так, ладно, пошли, обойдем, посмотрим, что там. Разруха. Здесь даже, о, смотри, тюбинг. Коляска. Подожди, давай сумку проверим, может, что есть интересного. Не, сумка пустая. Так, пойдем дальше. Сегодня прям погода вообще радует. Да. Тепло. Только единственный минус, скорее всего, будет все без полетов. Наверное, потому что ветер сильный. Так, а это что у нас? О, так это что, резервуар? Смотри. О, опа. Подземный какой-то. И по-любому вода была. Так, на него, короче, наступать пока не буду сейчас. Да. Вот здесь вот глянем еще и спустимся туда. Здесь вот. Наверное, еще заливалось. Ага. Опа, ты смотри. О, целый телевизор. Эриксон. Эриксон? Смотри, даже не разбитый. Ничего себе. Пытались разбить, но не разбили. Ну, видать, наверное, это внутренности вытащили. Но... Так, интересно, что там за пустоты. Короче, нам в любом случае нужна будет когда-нибудь страховка. Смотри, тут ширка. Знаешь что? Что и... Не взяли фонарики, в машине лежат. Так, и здесь также.
В общем, вот. Раз, два, три, четыре. И под нами пустота. Мне кажется, это все-таки что-то с водой связано. Так, сейчас мы сюда. Еще посмотрим, что это за цистерна. Такая здоровая. А, вот еще. Нет. Это просто вентили. Угу. Ну, да, здесь это, водонапорная станция была, прям 100%. Ну, тут прям бак под воду. Я только одного не пойму, зачем его закапывать. Может, я что-то не понимаю, я-то не сантехник. Здесь еще какой-то вот резервуар. Я не понимаю, для чего. Ничего себе, что нашел. Так, ну вот это в любом случае я заберу себе. Ну, это небольшой такой, вооруженные силы. Небольшой артефакт. Я как бы собираю такие всякие мелкие нашивки, если вдруг попадаются. Но здесь вот какой-то бассейн или... Что это было? Так, сейчас будем подниматься. Это здание. 1955 года постройка. Обалдеть. Просто этаж обвалился. Помню, я здесь ходил еще. Сейчас ничего нету. В общем, одна разруха. Так, я думаю, лестница это меня выдержит. Я не думаю, что не повалится. Трещин-то нигде на них нету. Стеллаж поваленный. Здесь, кстати, когда был последний раз, все окно было сигаретами, точнее, пачками из-под сигарет старыми заклеено. Так, ладно. Сейчас мы с вами будем перемещаться на другие локации.
доехали до хранилища, повстречали группу туристов. Вон идут. Ну, говорят, интересный объект. Ну, я тоже считаю только, что это самый такой, один из двух моих, ну, самых интересных объектов. Так, сделали мы одну остановку возле первого хранилища, которое находится ближе к дороге. Так, ради интереса посмотреть, спилили лестницу или нет. В общем, двери. Вон они открытые еще. Все, все. Блин. Чё? А, все. Подожди. Лестница. Так, ну да, надо перчатками тут держаться, потому что что-то как-то неудобно. Вообще прям круто. Ну, в принципе, туристы тебе сказали, что лестницу спилили. Так, неудобно так. Но я думаю, мы будем вот так спускаться. Так проще всего и будет надежнее, чтобы не улететь вперед. Так. Оказывается, лестницу-то, кстати, не спилили. Да. Да, сейчас мы спокойно тут можем погулять. Угу. Так, давай там аккуратно. Так, все, давай я тебя жду. Сейчас тут можно спокойно перепрыгнуть, потому что сапоги нам здесь сейчас не понадобятся. Минус в том, что надо было Олимпик убрать. Тут холодно, капец. Обзор самих вот этих хранилищ, это в предыдущих у меня выпусках. Можете посмотреть. Ох, кстати, ничего себе. Срезали, блин, все-таки. Так, ну как я сказал, обзор вот этих хранилищ есть в предыдущих выпусках. Мы сейчас просто здесь так для себя прогуляемся. В общем, одну лестницу все-таки спилили. Это на минус второй ярус. Все. Больше мы туда не попадем. Ну, хорошо, что хоть эту пока не спилили. Пока не спилили. В общем, ехали с хранилища. И увидели. Вот холмик. О, блин, этот холмик там прям. Такое ощущение, что искусственный. И, как оказалось, что да, он искусственный. Здесь вот такие вот две дырки. И там помещение какое-то. Здесь даже вот реально я не вижу вход в него. Вот так вот обойти. То есть, ну нету. Я ничего не вижу. Интересно, что здесь было? Просто, если посмотреть, там вот щитовая, здесь вот провод выкопанный. А где вход? Где, мать его, вход? Там еще. Да, вот еще какая-то дырка. И там воды нету. Нету? Камень бросил, воды нет. Так, слушай, так, а может вот этот вход? Какая? Лестница. Блин. Не, лестница там это. Точно не полезен. Так, вот. Сейчас. Смотри. Видишь, воды нет. Странно. Так, в общем, еще вон там один холмик. Я увидел. Но мы до него тоже доберемся. Если кто знает, вообще, что это здесь, что это за искусственная ерунда была, то в любом случае пишите мне. Что знаем, какой-то дядька ехал на мотоцикле. Мы чуть-чуть проедем, он остановится. Думает, мы его не увидим. Потом в итоге мы тут спрятались. Мы проехали, хотя что, здесь свободная территория. Чего бояться? Проехал бы, да и все. Так. Вот еще одна постройка, интересная, на мой взгляд.
Сейчас мы ее зайдем полностью также и изучим. И, как я говорил, вон там вот какой-то есть искусственный холмик. Здесь, кстати, круглая комната в конце. Вот если кто знает, что это за круглая комната? Умывальник, какашки. Кондиционер капает. Полы мягкие. Просто мне интересно, что за стройка. Что здесь было? Все поспиливали. Мне интересно, что там за комната. Здесь вообще все комнаты пустые, ничего нету. Вот он, вот здесь гермодверь. И вот она, круглая, вот типа сфера какая-то, полусфера. Реально, кто знает, скажите, что здесь. Но мне кажется, что здесь, наверное, какое-нибудь оружие хранилось. Здесь дырка типа. Автоматом шмалять. Обалдеть. Так. Ну, смекаешь, что здесь, да, под оружие какое-то было. Так, давай, все быстро обойдем и посмотрим, что там за насыпь была. Вот само это здание, его даже если наверх посмотреть, круглая крыша. Сейчас обойдем по-быстрому, глянем. Ну здесь, скорее всего, недавно был, наверное, пожар. Там зелень, здесь, может, жгли, черт его знает. Опа, и колючки, блин, здесь. Лучше бы колючку всю забрали. Здесь непонятная комната, тоже, если кто знает, объясните. Вот, смотри, какое это. Угу. Вообще так интересно прям построено. Тут на дот похоже, помнишь дот, как выглядит? Да, похоже на дот, но мне кажется, это не дот. Здесь, наверное, не знаю, думаю, оружие хранили. В общем, что тут было? Да. Пойдем посмотрим, что там за насыпь была. И поедем дальше. Вот про эту насыпь я говорил. Вот она сама. Как бы такая. И вот здесь такой кратер. Но я не думал, что здесь какая-то ракетная шахта была, потому что, мне кажется, здесь, наверное, какая-то антенна, может, стояла, потому что здесь вот такие вот, вот трос. Мне кажется, он просто антенна стояла, вот так вот, наверное, держала. Ну, это я так думаю. И сейчас еще мы дальше вот пройдем, потому что тоже что-то интересное я увидел. Так, вот еще вот такая же металлическая ерунда. И сейчас мы с вами сюда пройдем. Нашли вот круглые такие бетонные штуки. Трос. Вот эта проводка. Вот она. Так, стоп, смотри.
Вот оно поверху идет. Смотри, к дереву. Ну-ка, откуда она идет? А, ну вот на дереве лежит. Солнце, блин, отсвечивает. Сейчас, подожди, прикрою. Вот сама вот эта вот. Ты что нашел? Вон такая же. Но. Так, подожди. Вот он сам кабель идет. Потом вот здесь еще вот такой же. Вот такая же штука. Так, ребят, нужна помощь, чтобы вы написали, что это. Либо это столбы эти электрические. Угу. Потому что вон там вот тоже валяются столбы. Ну это обычный трос, видишь? Это не провода. Да, это не. А, стоп. Хотя. А может. Видишь? Нет, это обычный трос. Да, все правильно сказал. Это трос обычный. Это не кабель. Ну он что-то держал, видишь? Прям вот это усилитель. Какой-то. Вот он. Видишь? Соединитель. Такой же. Да, кстати. И что-то было натянуто. Раз, два. Либо. А трос начинается аж оттуда. Да. Там, помнишь? Позиция. Либо здесь сеть была маскировочная. Либо не сеть. Либо, может, машину сюда когда загоняли. Хотя здесь нет заезда, чтобы ее скрывать. Так, давай вон еще, смотри, вон еще столб есть. Реально. Каждый раз, как в первый раз. Вон там, кстати, еще свинарник находится. Мы до него попробуем дойти. А, и скорее всего... Да, кстати, трос. Нет, это палки. И скорее всего я опять так же разделю один выпуск на две части. Потому что... Изначально были одни планы, сейчас получается, что находим новые какие-то места и охота их посмотреть и также вам всем показать, чтобы нашелся человек, который объяснил вообще, что это. Нашли еще много вот этих круглых бетонных штук и также здесь вот лежит трос, вот эта вот штука, я не знаю, что это, получается, здесь, вот там вдалеке еще есть, и вот этот, который мы еще тоже нашли, и смотри, видел, что тут лежит, опа, крюк, видал, он весь ржавый. А, нет, смотри, он все крутится. Хороший крюк, я тебе говорю. Ну да, крюк хороший только. Нет. Его можно взять только. А зачем он мне? Что с ним делать? Сейчас мы посетим вот ту постройку. Но перед этим, как мы туда пойдем, в прошлом выпуске я здесь нашел их фотографию. Одного военнослужащего. И здесь вот были три канализационных люка. То есть вот он сам этот пятачок. Мы приехали с той стороны. И я хотел залезть в эти дырки. Но уже ничего не получится этого сделать. Потому что здесь все разрушили. И, соответственно, здесь также уже никуда не залезешь, блин. Ну, здесь, походу, вообще хороший кабель шел. Так, нашли дырку одну. Вот она. Лестница только здесь. И все. Ниже туда уже не спустишься. Слушай, здесь что, автострада какая-то или что? Хм, не знаю. Слышишь, да, то, что часто, вот еще кто-то едет? Часто. Ну, совсем прям часто едут. Ну. Они прямо поехали.
В общем, вот канализация. Вот здесь что-то заваленное. И вон там вот сама дырка. Ну, я так понял, значит, вот эта вот сама насыпь искусственная, как я и говорил. Значит, по сути, значит, в ней что-то есть. Так, блин, ну, овраги, блин. Вон, видишь, кабеля. Да. Металлический. Кабель, ну. Вот, про вот эту вот я вот дырочку говорил. Куда ведет? А, куда ведет? Потому что, чтобы вода туда сливалась. Так, ладно, давай сейчас поднимемся наверх, посмотрим конкретно. Потому что, судя по карте даже, если смотреть, о, здесь... Тропа, машина спокойно едет. Здесь что-то... Или это не здесь? А, вот, дальше пойдем, пройдем. Вот, о, да. Ну вот как раз, блин, но. Ров. Ну, скорее всего, чтобы, да, здесь вода не собиралась. Это что-то я тут уже, походу... У меня уже в бункере мерещится. Ну, где-то есть насыпь, где загоняли Урал под маскировку. И там есть бункер. Хотелось бы, вот, конечно, его найти. Но туда, не искусственное, то, что вот она сама. Ну как, искусственное, то есть для въезда машин в это здание. Сейчас. Опа, вот здесь что-то было. Угу. Что, это медь, наверное, уже? Да. Так, ладно, давай. Зайдем, точнее, в эту постройку. Посмотрим, что там внутри. Нашел я еще тут одну штуку какую-то интересную. Вот это вот. Получается, давление и подвод. Не, это... Не, другой фигни какой-то. Что-то интересное, что такое. Ладно. А, в любом случае, скажу, что это. Потому что что-то здесь очень много всяких деталюшек валяется. О, это какая-то ерунда. Здесь вот крышка. Здесь вот тоже что-то. Да, здесь много всего жгли. Но я помню, здесь ворота были. Уже нету. Все. Сняли. Ого. Что-то мне помнится это. Такого здесь точно не было. Прям вообще разломали. Давай внутри глянем. И там тоже ворота были. Но мне кажется, здесь, скорее всего, стояли автомобили. Либо Уралы, либо УАЗики, скорее всего. Масштаб, да? Пойдем, пройдемся. До самого конца дойдем, посмотрим, что там внутри. Мне кажется, здесь все-таки какие-нибудь эти УАЗики стояли военные. Потому что Урал бы сюда вряд ли бы заехал. Так, а здесь что? А, здесь же какие-то подсобные еще помещения. Смотри, тут. Блин. Как это вообще будет? Так, здесь. Считать я не буду, сколько я здесь на видео. Как бы увидеть все. Ух ты ж, бля. Смотри. А. Мне показалось, что это металлическую конструкцию сварили. Ну, это, скорее всего, какой-то стеллаж. Дерево. А что забыл? Может, по нему лазить. Перевернули и по нему лазить.
Обалдеть. Еще один стеллаж. Еще стеллаж? Ну сейчас я в эту комнату зайду. А? Веники? Нет. Кстати, а что это? Здесь может быть какое-нибудь, может, оружие. Ой, не оружие, а гранаты, может, на них лежали. А, ну. Может быть. Ящики, а внутри пивы. Да. Ну, это чисто вот мое такое предположение. Да, вот еще один стеллаж. Может быть, машина заезжала, там выгружалась, а сами УАЗики здесь склад, стояли. Тут склад. Скорее всего. Да, склады оружия какого-нибудь. Но может быть, мы ошибаемся. Может, здесь просто какую-нибудь провизию. Там, ну, продукты питания уж не хранить, хотя навряд ли. Ну, просто вот. Масштаб сам. И вторая также половина. Вот, как я в предыдущих выпусках говорил, вот они сами окна нарисованные. Типа маскировка. Так, сейчас мы к казармам попробуем подъехать.